Здравствуйте, мои дорогие видеозрители и просто подписчики моего канала. Хотя, какой просто. Самые офигенные люди, пацанчики, которые на меня подписаны. Мы с вами продолжаем с этого же места и врываемся на третий этап, на 30-й этап арены. На 30-й, друзья, на 30-й. Надеюсь, мы пройдем. Было сложно в предыдущих этапах, кто смотрел мои видео, видели, что действительно было трудно под конец сражаться. Я не качался, ничего, мы стартуем сразу же с этого места, где остановились, и надеюсь, мы все пройдем, все затащим, и у нас будет все хорошо. Да, 93 с одного удара, я уже вижу, что как бы туго-туго проходится, трудновато, но ничего. И стан тоже, видите, действует, по-моему, не на 3 секунды, как раньше, а всего лишь на 2. Ну ладно, это не прям огромная проблема, я считаю. Мы все успеем, все сделаем. Вау, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мобов. Вот, кстати, сейчас уже я начал немного сомневаться. Так, ну, если, конечно, будет работать вампирик, если будет работать вампирик и прокатывать стан частенько, то, в принципе, я думаю, мы затащим. Уклон тоже, конечно, важен. Если все как бы наши умения будут работать, то мы будем тащить. Если нет, то уже тут придется что-то придумывать, изобретать. Велосипеды, что-то делать. Че вот эта штука дает, я не понимаю. Жалко, что тут она фул на английском, но жаловаться грех, ибо игра бомбовская. Так, думаю, на мага стоит накинуть яд, чтобы он не так круто себя чувствовал. Дабл яд. По 46 хп забирает. Отлично. Практически отлично. Практически. Офигеть. Вот этот, я не знаю, какой-то пустынный ниндзя. Он какой-то бешеный. Видели, как он снес? Кстати, у нас 28 клевера с вами. Мы за арену заработали кучу клевера. И походу нам еще поможет где-то до 85-го апнуться. Ну, гриб поможет нам. Так, давайте сразу на физуху возьмем. Вау. Вау, вот сейчас есть смысл сразу его станить. Блин. И есть проблема в том, что мы, походу, можем умереть. Отхил. Красава. Блин, на короле это жесть. Это жесть, друзья. Отхил давайте, иначе мы можем умереть. Блин, я в блок взял. Давай, 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 во, по красоте. Сейчас мы его в стан закинем опять. Есть, прокатило. Прокатило. Еще яда на него. Не, я думаю, мы сможем. Мы сможем, если не будем сильно отвлекаться. Молнии, все дела, мы сможем его завалить. Давай, 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 давай. 80. Так, мы сможем, мы сможем. Так, так, так. Стан есть, есть стан. Накидываемся. Отхильчик. Красиво. 30-й этап заходит. Золотой король, офигеть. Он мощный. Бф, крит. В крит золотого короля. 30-й этап, друзья. Но дальше, если сейчас еще будут этапы, дальше мы не затащим. Сурвивал. Финальный. Финалка. Макс Вейфере. Так, 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 не пойму, не пойму, не пойму. Надо затащить 5 этапов, да, а потом у нас еще финальный босс. Короче, мы практически с вами прошли игру, да? Неплохо. Гляньте, гоблины 99 левела. Ну, мы их забираем вообще просто на изи. Угу. Отлично. Отлично. Бах, бах. Вейв первый. А, подождите, это волна первая, а нам надо 5 волн пройти, правильно я понимаю? Ну, они бьют как дети, по-моему. Ну, как-то очень слабо. Поэтому я думаю, мы сейчас с вами заберем 2 волны. 2 волны. Я думаю, как минимум. А, вот, вторая волна. А, их надо все сразу 5 пройти, серьезно? Вы бы хоть сказали, я подготовился, то что нифига не готов. Ладно.
Ха, 11к, друг, это для меня вообще не урон, понимаешь? 32 урона. Это урон. О, гляньте, какой крысоглот вылез. Дракон с зеленой бочкой за спиной. Думаю, станет не будем, но... Текс. Второй этап, да? Не, не этап, это wave, волна, я так понимаю. Вторая волна. Блин, вампирик сейчас бы, конечно, не помешал мне, если честно. Так, тоже неплохо заходит. Можно его огоньком еще подогреть, но мы таким делом заниматься не будем, ибо мы его и так убьем. Третья волна. А мы четко держимся. Ты давай, давай, броню накидывай на себя. 467, как отцы. Как отцы просто. Он даже в бронь тридцатку пробил. Что-то я чувствую, наверное, на четвертой волне мы попотеем. Если вампир меня не отхилит нормально, то нам придется попотеть на четвертой. Бах-бах, вот так вот надо играть, поняли, ребята? Вот так вот играет дядя Герман. Какой-то шахан, я не знаю, замотанный вообще тип. Жесткий. На тебе все, шахан, ты труп. Золотой король, боже, я тебя боюсь. Я тебя боюсь, друг. Ты будешь у меня в стане сидеть. А, нет, ты просто клон нормального золотого короля, с которым мы тогда сражались. Ты просто клон. Хотя он в блок пробивает нехило, 21к. Но это не показатель того, что он просто крут. Зря юзнул хилку. Ну ладно. Чему быть, тому не миновать, уже заюзались. Я думаю, 5 волн мы сможем затащить, а потом, по-моему, финалка, да, у нас? Если не ошибаюсь. Мы не использовали еще фласки, не использовали наши спеллы. У нас есть 3 стана, как бы 3 офигенных сильных удара. Поэтому я думаю, мы сможем все. Четвертая волна пока проходит вообще без проблем, без каких-либо. Вот сейчас мне бы не помешал стан определенно, которого нет. Который он нужен. Так. И подхил мне не помешает. Ну, все. Я думаю, теперь можно жить. Пах, пах. Мы даже супер удар сами не используем, который мы тогда использовали. Но я думаю, пятая волна заставит нас. Заставит нас поднапрячься. Хотя, может и не факт. Тут какие-то все слабенькие. Гляньте, вообще мы их на изи разбираем. Интересно, последнее. Возможно, это будет финальная серия, последняя, кстати. И мы с вами прошли игру. Наверное. Я, конечно, не знаю точно, но, наверное, да. Потому что я как-то не пойму, неужели это финал и все. Потому что на англоязычном я смотрел, там вообще там сумасшедшее прохождение было. Поэтому давай, давай. Да почему 185 всего лишь? Что за дичара? На тебе, на тебе. Ну, вампирка. Отлично. Стоит ли тебя бояться? Думаю, наверное, опасаться стоит. Бояться нет, но опасаться стоит. Вот накидывалось бы яда сразу там X5. Вот это вообще. Кто Blade and Slow играл, тот понимает, о чем я. Это было бы жестко. Шестая волна? Как это шестая? Не может быть шестой волны. Там же 5 было написано. Вы видели, что там было 5 волн написано? Друзья, походу эта серия затянется. Офигеть. А что ж делать? Мы уже с вами на шестой волне. Жесть. А, или это... Блин, знаете чё? Я, наверное, туплю. А если мы вернемся? У нас все сбросится? Как вы думаете? Вот у нас все сбросится, если мы вернемся. Это, наверное, просто свободное прохождение, я так понимаю. То есть вообще, насколько мы сможем пройти волн, наверное. Я, конечно, не знаю точно. Но я не думаю, что тут несколько там тысяч их. Хотя кто знает, может это бесконечка. Я не знаю точно.
Но мне бы не хотелось, чтобы это была бесконечка. Я просто не помню. Я начинаю немного расстраиваться из-за этого. Седьмая. Давайте вернемся. Survival. Непонятно, да? Что-то. Старт. Сразу с первой начинаем. Походу это, наверное, финалка, я так понимаю. То есть это просто выживание, и сколько ты тут выживешь. Но насколько я знаю, тут есть конец, когда ты доходишь, у тебя левел, по-моему, за 200, у тебя несколько миллионов жизней, и там в конце ты должен будешь убить вот этого вот тренера. Он появляется, вот этот тренер, просто жесткий босс. Ты его должен будешь убить. Давайте проапаемся, наверное, на максималку. Короче, я считаю, смысла дальше нет проходить. О! О, девка нас любит. Отлично. Отлично, отлично. Она просто довольна. У нас все, x10. Мы прокачали по фулу свой дом. Давайте купим самые лучшие шмотки, которые только есть. Если можно так сделать. Макс. Макс. А, вот, 500. 500 рубинов и 500... Видите, больше нельзя апаться. Угу. О, теперь можно покупать, смотрите. За... А, можно докупать за вот эти штуки. То есть максимум по 4, оказывается, можно. Все, я теперь понял. Надеюсь, меня там не материли в предыдущих сериях. Но есть ли смысл этого гриба кормить? Хотя есть, он дает бабки. А за бабки мы уже потом непосредственно себе что-нибудь докупим. Вот не знаю, буду ли я проходить тот этот survival или нет. Ну, я не могу ошибаться, потому что я точно помню, что когда вы его проходите, и до какого-то этапа там появляется тренер. Последний финальный босс, он очень жесткий. И вот его, когда вы выигрываете, все, вы заканчиваете полностью игру уже официально. То есть игра пройдена, вы победили своего мастера, вы превзошли своего мастера, своего манекена, своего тренера. Хотя это глупо звучит. Офигеть. Гляньте, сколько нужно на этот меч. Сколько нужно на этот меч. 3000. Офигеть. Так, давайте-ка... Давайте-ка что сделаем? Что сделаем? Вкачаемся, наверное, еще в атаку. Да, так будет лучше. Можно еще, в принципе, посидеть, попрокачиваться. Ну, наверное, не будем. Не будем, что у нас здесь есть. О, можно проапать комнату. Все, комната на максимум проапана у нас. Хотя я не знаю, что это нам дает. Это, наверное, просто декор. Блин. Хочется финальный меч, но очень много денег на него нужно. Давайте все-таки зайдем еще в survival. Немного погасимся. Сейчас посмотрим, какая будет атака. Ух ты. Ну, атака, конечно, вообще теперь даже и не сравнить. Че по деньгам? Денег дают, конечно, маловато. Можно еще посидеть в обучалках, там, точнее, в тренировочном зале. Не в обучалках, в тренировочном зале. Еще потренироваться и вообще прокачаться очень круто. Так, бах, бах. Ну, почти за двойной скилл убиваем. Но они нам вообще не соперники. Но 3000 накопить монет я, конечно, не знаю. Не знаю, это чересчур, наверное. Ну, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Но на этом, дорогие друзья, я буду заканчивать эту серию. И кто знает вообще, прав я насчет конца или нет, вы оставляйте свои комментарии внизу, я бы хотел узнать. Но все-таки, мне кажется, я прав, если мне не изменяет память. Вот. И сейчас у меня цель все-таки накопить на финальный меч, чтобы мы с финальным мечом попробовали затащить, что у нас получится. Так что, дорогие друзья, все-таки оставайтесь, это не финальная серия, мы еще накопим на меч. И, то есть, в следующей серии я либо покажу, как я уже его покупаю, либо продолжим же с этого же места и будем дальше фармить денежку. Так что всем огромное спасибо, с вами был Герман на канале Акамарачи, поэтому подписывайтесь, ставьте большой палец вверх, комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы знать, когда выходят видео. И всем удачи, до скорых встреч, пока-пока!